Всем привет! Сегодня я покажу, что я получила в очередной посылке из интернет-магазина «Пряжа Су». Это, конечно же, пряжа. Всего 4 позиции. И в этот раз из всей пряжи незнакома мне только одна. Ну, давайте с нее и начну. Ну, сначала я хочу сказать, что под видео будет... будут ссылки на каждую показанную мной сегодня позицию, на сам интернет-магазин. И также вы там найдете промокод, который сейчас вы увидите на экране. И этот промокод при заказе дает вам 5% скидку на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине «Пряжа Су». Итак, начну с незнакомой мне пряжи. Это пряжа от фирмы «Сиам Сакура» называется. Так, это 100% вискоза, в моточке 50 граммов, длина нити 175 метров. Номер цвета 33. Очень красивый нежно-сиреневый цвет. Вообще, благодаря большой красивой палитре этой пряжи на сайте «Пряжа Су» я потратила много времени, никак не могла определиться, какой же мне цвет выбрать, но вот остановилась на этом цвете. И сейчас, когда я вживую смотрю, мне кажется, он еще более красивый, чем на фотографии. Не знаю, правильно ли отразит моя камера. Итак, что здесь у нас из рекомендаций? Пряжа тоненькая, подходит для крючка, на мой взгляд, больше. Вообще, кстати, вся пряжа, которую я сегодня буду показывать, она вся подходит для вязания крючком. Но не из всей пряжи я планирую вязать крючком. В частности, из этой я буду, думаю, что буду вязать все-таки крючком. Так, произведено в Италии. Стирка при 30 градусах. Рекомендуемый крючок и спицы 2-3,5. Да, можно и спицами вязать. Но для спиц, мне кажется, ну очень она тоненькая. Давайте посмотрим саму ниточку. Ой, какая она мягкая. Очень-очень мягкая. И, кстати, она не настолько, вот, хоть это и 100% вискоза, но она не настолько, мне кажется, какая-то прямо совсем хлипкая. Приятная, довольно мягкая пряжа, вот именно не скользкая, а мягкая. Есть, конечно, немножко ощущение такое гладкости. Так, что... Ой, запуталась. Что из себя представляет нить? Стандартные 6 тоненьких ниточек. И так, скрутка... Ну, средняя, можно сказать. Не слишком туго, но и не слабо для того, чтобы расслаиваться. Я еще, конечно, не пробовала. Я посылку получила буквально час назад. Естественно, я обязательно повяжу образцы, так как с этой пряжей я не знакома. Вот даже видно, в конце она начинает вот расходиться. Это говорит о том, что скрутка не слишком сильная. Я не думаю, что крючок будет как-то ее расслаивать. Все-таки вот подальше смотрю, нет, не похоже, что будет расслаивать. Но я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями от вязания этой пряжей. Больше здесь никаких рекомендаций нет, но на первый взгляд, мне кажется, это будет что-то очень интересное. Я имею в виду полотно. Можно, конечно, ради интереса попробовать спицами 2 повязать. А вдруг? Но мне кажется, это будет очень-очень тоненькое полотно, хотя 175, да? Это ведь и не так и мало. 175, то есть не настолько она прямо совсем тонюсенькая. Если говорить, например, о 100% мерсеризованном хлопке, так вот здесь 50 граммах 250, здесь 175. Но все-таки хлопок и вискоза, она сама по себе всегда немножко тоньше. Но я думаю, что такая пряжа, она подойдет и для вязания детских изделий, и для, естественно, взрослых изделий на
весну, лето. Я выбрала такой светлый цвет, а вообще там в палитре очень разные цвета, да, если можно так сказать. Очень хорошая палитра, можно выбрать на любой вкус. Что я хочу вязать? Скажу честно, я выбрала эту пряжу вот просто потому, что я вот ее увидела, когда выбирала другую пряжу. И сейчас я скажу, для чего я выбирала пряжу. И наткнулась именно на вот эту и не смогла пройти мимо. Во-первых, я ее не встречала. По-моему, это новинка. Раньше, когда я вот выбирала в этом магазине, неоднократно уже получала оттуда посылки, когда выбирала пряжу, я не помню, чтобы она мне попадалась на глаза. Возможно, даже, да, это новинка. И поэтому вот я говорю, что я выбрала ее просто так, плюс к той пряже, на которую у меня уже есть определенные планы. Но я сразу задумала, что буду вязать крючком. Во-первых, вискоза сама по себе, если ее вязать, не добавляя к какой-то другой пряже, а отдельно чисто из вискозы вязать, то есть вероятность, что изделие будет вытягиваться. Поэтому лучше, наверное, вязать крючком и не очень толстым номером, потому что даже если говорить вот об Alize Diva, это микрофибра, да, очень большое влияние оказывает крючок, смотря каким крючком вязать. Если вязать крючком, например, 2 мм, не вытянется, даже если захотите. А вот уже 2,5 будет немножко вытягиваться. 3 вытянется однозначно. Спицами тем более. Ну, сейчас о Alize Diva мы еще поговорим. Сейчас я еще не закончила про эту сакуру. И поэтому я думаю, что, скорее всего, я буду вязать крючком. У меня 10 мотков, это 500 граммов. Конечно, расход при вязании крючком, он выше, чем при вязании спицами. Но я думаю, и в этом случае, с учетом вот этих 175 метров на 50 граммов, этих 10 мотков мне хватит на полноценное изделие. Что я придумаю, вы обязательно увидите. И что свяжу, тоже. Уже запутала. Ладно. Дальше. Ну, раз я сейчас уже переключилась на пряжу Alize Diva, то давайте к ней перейдем. Эта пряжа уже очень давно всем знакома, и мне в том числе. Я вязала из такой пряжи и спицами, и крючком, и много-много лет подряд. Естественно, у меня сложилось о ней свое мнение. Я показывала как-то несколько лет назад в своих видео неоднократно, и потом у меня спрашивали про эту кофточку. Розовая у меня такая кофточка. Связана из этой пряжи спицами номер 2, которая сейчас прошло несколько лет, мне стала маленькая просто. До этого я носила ее очень активно. Я стирала ее спокойно в стиральной машине, но я ее не отпаривала, вообще никакого воздействия не оказывала, просто связала, сшила и стирала в стиральной машине. И даже сушила не на горизонтальной поверхности, а просто вот как мы сушим обычные вещи. И она прослужила мне несколько лет, эта кофточка. Потому что я вязала еще ее до того, вот моему каналу уже больше 6 лет, а я вязала ее еще за несколько лет до этого. И вот когда я уже вела канал, я все ее показывала в своих видео. Эта пряжа, она, мне кажется, абсолютно неубиваемая. Хотя состав здесь микрофибра. Так, где тут он? Вот. 100% микрофибра акрил. Так. Крючок 1,3. Спицы 2,5, 3,5. Вот о чем я говорила. Здесь, ну, крючок попадаю я, потому что я вязала 2 и 2,5 крючком из этой пряжи. А спицами я вязала 2. И вот что я хочу в этот раз. В этот раз именно из этой единственной из показанной мной сегодня пряжи я планирую в этот раз связать спицами. Чаще всего, конечно, я вязала из этой пряжи крючком. И есть
не одно изделие у меня на канале, связанное с этой пряжей. Alize Diva и Alize Diva Stretch одно время это были мои просто фавориты. Они и сейчас, в принципе, являются моими фаворитами. Просто сейчас так много новой всякой пряжи. Раньше такого разнообразия не было. Но сейчас так ее много, что хочется что-то новое тоже пробовать. И не можешь зациклиться, как раньше, на чем-то одном, потому что я могла, допустим, из Alize Diva Stretch, я показывала на своем канале давным-давно, что, допустим, у меня связано несколько юбок, только цветами меняла там, кофточки и так далее, из одной и той же пряжи вязать несколько изделий. Сейчас же это редкий случай, в основном у меня всегда в работе несколько процессов, и каждый раз пряжа все новая и новая и новая. Или какая-то не очень старая. Ну вот это, можно сказать, уже, конечно, с бородой пряжа. И мне захотелось повязать из этой пряжи. И я выбрала цвет 369. У меня на канале есть юбка из Alize Forever. С люрексом там она была, связанная мотивами. И там чем-то вот этот цвет, он чем-то похож. Хотя тот, мне кажется, более золотистый был. А может быть, это такое впечатление создавалось из-за золотого люрекса. Но цвет чем-то похож. И в этот раз я хочу связать спицами кофточку или кардиган. И хочу попробовать отпарить. Как-то уже давненько я видела в Ютубе, Маргарита Герасимова вязала платье на какое-то мероприятие, юбилей, по-моему, мужа, либо, ну, неважно. И она вязала платье и в процессе вязания, спицами вязала, в процессе вязания его отпаривала. Но она вязала там из батик, ну, неважно, здесь она никак не отличается, только цветом. И мне тогда так понравилось то, что у нее получилось, и вот я тоже хочу в этот раз попробовать так сделать, начать вязать и постепенно в процессе вязания отпаривать, и чтобы, в общем, угадать с размером, потому что при отпаривании размер немножко увеличивается. Но зато, когда отпарить эту пряжу, то потом ее можно уже спокойно стирать, носить, она уже не вытягивается. Вот вискоза, она может вытягиваться даже после отпаривания, в процессе носки, потом при стирке она опять возвращается в свои размеры, потом во время носки она может опять вытягиваться. Но опять же, я говорю, это очень сильно влияет инструмент, которым будете вязать. Чем меньше спицы и крючок, тем меньше будет вытягиваться изделие, которое вы вяжете. А с Дива здесь немножко вот другая история. То есть, если ее отпарить, она как бы зафиксируется, эта микрофибра, и она уже потом не деформируется. Но в любом случае изделия из подобной пряжи лучше вязать не, допустим, регланом, ну, общим бесшовным изделием, а изделия со швами, то есть отдельно спинку, допустим, отдельно полочку, полочки, рукава. Чем больше швов, тем меньше вероятность, что у вас изделие вытянется. Я подобрала несколько узоров, которые я буду пробовать на образцах, и когда я с узором определюсь, я начну вязать это изделие. Дальше. Эта пряжа тоже мне знакома. Вязала я из нее, правда, один раз всего. Из другого цвета, тоже светло-сиреневый. На моем канале есть мастер-класс. Это было детское платье. И тогда мне очень понравилась эта пряжа. При вязании этого платья я задумала связать что-то себе из тоже из этой пряжи. В этот раз я выбрала белый цвет. Так. Такая ниточка. Очень, конечно, тоненькая. 250 метров на 50 граммов. 100% мерсеризованный хлопок. Пряжа
Вот так. Деми или Деми. Так. Номер цвета 02. Рекомендуемые спицы 2-2,5. Крючок 2. Что это интересно за значок такой вот последний? 5 что-то. Цифра 5 и какой-то как столик. Не знаю, не встречала такое обозначение. Стирать можно при 40 градусах. Гладить. Бережная. S написано. Ну, такую пряжу, мерсеризованный хлопок, можно, не боясь, стирать в стиральной машине и гладить на самом высоком градусе. Я отпаривала платье, помню, детское, на, по-моему, на 3. А вот крючок, которым я вязала, я сейчас не помню. Но я потом посмотрю. Хотя в любом случае узор будет другой, поэтому все равно крючок мне придется подбирать. Так. Ну, здесь, наверное, разъединять ее бессмысленно. Посмотреть, сколько, сколько нитей скручено. Ладно, не буду я этим заниматься. Что я хочу из этой пряжи? Я вязала белую юбку, не помню, по-моему, 2 года назад, крючком. Есть у меня мастер-класс на канале. Из вот такой теперь пряжи, но она была белая тогда. И в этот раз я хочу снова связать юбку. Сначала я думала, что выберу какой-то другой, думаю, ну, белую я уже вязала. В общем, выбирала, сидела, и в результате все равно остановилась на белой. Вот вижу я юбку белую. Во-первых, белое можно надевать хоть с чем, с любым другим цветом. Если же, например, вот такой цвет, к нему уже нужно верх какой-то подбирать, чтобы сочеталось красиво. А к белому вообще не нужно ничего подбирать. Что наденете, то и будет красиво. Пряжа мне понравилась своей мягкостью, легкостью вязания. Я получила огромнейшее удовольствие, когда я вязала. Я помню, что я вязала эту пряжу и обвязку делала, по-моему, из коко пряжи тогда. И я помню, что я, когда я перешла после вязания основного полотна из этой пряжи на коко, я испытала такое, ну, не очень комфортное состояние. Мне прямо так понравилось вязать из этой пряжи, хотя раньше я вязала из коко, и мне казалось, что отлично, все вяжется. Но вот здесь я прямо, потому что я тут же перешла, закончила полотно, начала делать обвязку, и я почувствовала вот эту разницу, насколько комфортно. Как говорится, все познается в сравнении, да? Как точно я буду вязать юбку, я еще не решила. Я пересмотрела огромное количество всяких фотографий, схем в интернете, накидала себе в отдельную папку разные-разные варианты, но до настоящего дня, хотя думала, что пока посылка будет идти, я точно уже определюсь с моделью, я каждый день захожу в эту папку, пересматриваю и все равно никак не могу пока определиться. У меня 10 мотков, 500 граммов, и я пока не знаю. Я буду вязать ее сильно расклешенной, не сильно расклешенной. У меня там разные есть, и более прямые, и длинные, и покороче, и сильно ажурные, и не очень. Ну, и именно крючком. Я сохраняла себе эти схемы. Ну, буду думать еще тоже. Я еще вчера последний раз заходила в эту папку, заглядывала, вернее, и так как никак не могла определиться, думаю, ладно, вот получу я посылку, возьму моточек в руки, возьму крючок в руки, начну пробовать, наберу цепочку, начну каждую схему понемножку пробовать, и тогда я уже точно определюсь. Ну и на этом и порешила. И последнее, это тоже знакомая мне уже пряжа, из которой я вязала уже не однажды. Я вязала и кофточку крючком, есть мастер-класс на канале, и юбку, как я сказала, белую. Кофточка, кстати, была, которая крючком похожа цветом, но тот цвет был более темный. Этот посветлее тон.
Это Сиам Анна 16. 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок, номер цвета 304. Так. 100 грамм, в 100 граммах 530 метров. Рекомендуемые спицы 2-2,5, почему-то здесь нарисованы только спицы. Хотя я, кстати, в прошлый раз попробовала повязать спицами, но что-то не сложилось, не очень мне понравилось такое. В кривь и в кость петли пошли. Конечно, все-таки мне кажется, что эта пряжа больше подходит для крючка. Интересно, почему нарисованы только спицы. Стирать можно эту пряжу при температуре 60 градусов. Почему-то зачеркнут утюг, хотя гладила я отлично, ничего с ней не происходит. Стирать тоже можно в стиральной машине и отпаривать. Пряжа стабильная, и при отпаривании становится только лучше. Хотя я уже как-то, по-моему, говорила не в одном видео, что есть такой хлопок, который наоборот сначала мягкий, а если его отпарить, становится жесткий. И после стирки становится жесткий. Вот этот хлопок к этому не относится. Он не меняется ни при отпаривании, ни при стирке. Вот какой он есть, такой он будет. Только петли расправляются. Такая пряжа тоже она подойдет и для вязания детских изделий, для каких-то платьев детских, сарафанчиков. Очень красиво ложатся ажурные узоры крючком из этой пряжи. И, конечно, тоже очень большая палитра. На любой вкус. И можно выбрать и яркие, и постельные там тона. Это касается и этой пряжи, и дивы, ну и, конечно, вот этой сакуры. Палитра очень обширная, есть из чего выбрать. Для чего взяла я в этот раз Анну 16? Когда я задумала вязать еще одну юбку, то первая моя мысль была опять Анна 16, но другой цвет. Но потом я подумала, ну неинтересно же две юбки два лета подряд вязать юбку из одной и той же пряжи. И тем более, что я же помнила, что я хотела из вот этой пряжи все-таки повязать юбку. Она, конечно, потолще, вообще по ощущениям, вот эта пряжа, даже как будто мягче. А может быть, дело в том, что это белый цвет. Я вязала из сиреневого цвета, или такой светло-сиреневый был. Очень часто такое встречается, что в белом цвете одна и та же пряжа отличается по жесткости от цветной. Белая всегда немножко жестче. Редкий случай, когда белая или такая же, или мягче. Чаще всего. Ну ладно, это все равно вот первое ощущение именно при прикасании к моточку, оно бывает обманчивым, и в самом полотне картина потом совсем другая. Буду пробовать и, конечно же, вам показывать. Так, что я не договорила, начала говорить. Я решила из этой пряжи попробовать связать что-то такое ажурное, возможно, пляжную тунику. Примерно тоже я в голове себе нарисовала, как это будет выглядеть. И даже в журнале нашла, на мой взгляд, очень подходящий для этого изделия узор. Но там этот узор совсем не относится к пляжной тунике. Я просто листала, я иногда перелистываю свои журналы для вдохновения или что-то найти. Бывает, тысячу раз пролистаешь это место, а потом на нем остановишься. И вот я там себе закладочку положила в одном из журналов именно для вот этой пляжной туники. Хочу попробовать, но опять же нужно связать образец, и тогда будет ясно, подходит этот узор для этой пряжи и вообще для того изделия, которое я хочу из нее связать, или нет. Если нет, значит, поиски продолжатся. Вот такие 4 артикула я сегодня получила. Вдохновение, как обычно, на высоте. Я вам также желаю
вдохновения, приятного вязания. Не забывайте при заказе в интернет-магазине «Пряжа Су» пользоваться промокодом на 5% скидку. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо, что посмотрели. Всего вам доброго и до новых встреч!